дорогие гости, дорогие участники, дорогие конкурсанты, те, кто сейчас стоит за сценой, но волнуется и думает о том, как же он выйдет, что же он будет делать здесь, на нашей сцене. Давайте знакомиться для тех, кто к нам присоединился только что. Меня зовут Саврасова Наталья, я ведущая. Я ваш помощник в сегодняшней программе. Если хотите, я ваш союзник. Я ваш оппонент. Если кто-то хочет поспорить, то, принимая хорошие аргументы, с удовольствием на короткое время готова буду вступить с вами в дискуссию. Хочу сказать, что проект Lingerie Fashion Week набирает свои обороты. Мы в эфире, вот я уже, честно говоря, не знаю, какой раз мы в эфире, но 4-й или 5-й уж точно. Очень приятно выходить на эту сцену и видеть все больше людей, которые что-то интересно, которые посещают события в Москве, которым чем-то интересуются, которые ищут себя, потому что я уверена, что тот, кто сегодня пришел, на какой-то вопрос для себя, я уверена, отвечает. Может быть, какой я, какая я, чем сейчас живут модные люди в Москве, что модно, что красиво и вообще, что такое красота. Думаю, что хоть раз в жизни один из вас задавал себе этот вопрос. Ну что же, мы находимся с вами в Eventhall инфопространство. Это, как называют его специалисты бельевого бизнеса, уже дом бельевиков. Здесь проходят мероприятия для бизнеса и также мероприятия для вас, для обыкновенных людей, а может быть, не обыкновенных, мы сегодня увидим, для всех тех, кто интересуется нижним бельем. Итак, с последней нашей встречи прошло совсем немного времени, но и немало. Последний раз мы встречались в ноябре, и в мире произошло достаточно много событий. У кого какие впечатления по поводу событий, которые произошли? Ведь много событий произошло. Ну, давайте. Выборы президента, конечно. Еще. С ноября месяца. Новый год. Ну, конечно, какой русский не любит отметить 10 раз Новый год. Еще. 8 марта. Еще. Неделя моды в Москве. Я буду к вам обращаться, Маргарита. Спасибо. Еще. Ну, Пасха. Точно кто-то развелся, точно кто-то женился. Я уверена, что за это время родилось немало гениев. Ну и, конечно же, мир таков, что люди приходят и уходят в этот мир. Конечно, кто-то оставил. И, конечно, вот для меня лично самым таким ярким событием из ухода был уход Олега Павловича Табакова. Это жизнь, что поделаешь. Конечно, как в любом конкурсе, уже переходим ближе к самому конкурсу, есть условия. И есть идея. Как мне кажется, человек, который придумал это мероприятие, он такой фантазер, он не живет сегодняшним, он всегда немножечко впереди. И если кто-то из специалистов области отвечает на вопросы, как улучшить продажи, как придумать белье, которое понравится, как удивить своих конкурентов, как убить своих конкурентов, такие вопросы тоже задаются, то человек, который придумал это мероприятие, он такой идеалист в чем-то, он такой гуманист, он про всех. И вот его идея — это про то, что у людей должно быть сообщество, желательно по интересам, и вот такой идеи красоты, которая теперь витает в нашем офисе, для него не чужда. Поэтому ему интересно, чтобы к нам приходили люди, которым что-то интересно, которые готовы в чем-то поучаствовать, поэкспериментировать, ну и высказать свое мнение по поводу того, что же такое красота для них. Вот идея такая. В нашем сегодняшнем конкурсе принимают участие все те, кому исполнилось 16 лет. Да, мы законопослушные только в этом фрагменте. Есть у нас пожелание, было и есть пожелание к тем, кто сейчас выйдет на эту сцену. Им нужно было выбрать в бутике тот купальник, который с их точки зрения максимально подчеркивает их фигуру и скрывает недостатки. Комплект должен быть женственным с их точки зрения, весенним, радостным, и самоощущение в этом образе должно быть убедительным не только для самих участниц, но и для вас. Вчера я показывала ролик по поводу
по поводу того, какими нас видят мужчины. Совершенно разными, красивыми, умными, обаятельными, сногсшибательными. Ну, там не было в ролике, что они нас иногда видят стервозными, занудными, злобными, уставшими. Но мы сегодня давайте как раз будем называть те прилагательные, которые нас возвышают, которые нас вдохновляют, и не только нас, но и тех людей, которые на нас смотрят и тоже через нас чему-то учатся. Я не специалист в области красоты, я сама во многом и многому учусь, но люди, которые сегодня будут, люблю это слово жюри, но вот мне нравится слово эксперты. И я, конечно, бы хотела вам их представить, вот для того, чтобы их немножечко так, ну, вы знали, чьи мнения мы будем выслушивать, почему они попали в жюри, я тоже скажу. Ну и потом еще кое-что скажу. Итак, разрешите вам представить человека, который сегодня, можно сказать, взорвал наш зал, потому что этот человек знает о трендах все. Этот человек помогает женщинам ходить в магазины и видеть за теми или иными предметами одежды то, что подходит именно им. В общем, человек, который знает про то, что подходит именно вам. Все. Галина Галышина, пожалуйста, аплодисменты. Галя, ну давай буквально два слова по вчерашним твоим ощущение, что как было, и потому что же ты будешь оценивать в первую очередь у наших сегодняшних конкурсанток. Вчера был такой потрясающий день, мне кажется, первый день Линджери Fashion Week всегда очень сложный с точки зрения выйти на сцену, еще девушки очень часто стесняются в белье, в купальниках, я думаю, всегда проще. Но у нас были потрясающие участницы, были абсолютно разные фигуры, абсолютно разные характеры. Мнения разошлись по поводу того, кто у нас занял первое место, кто занял второе место. Но, мне кажется, каждая участница нашла что-то для себя в этом конкурсе. И сегодня я думаю, что у нас участниц гораздо больше. Нам будет сегодня сложнее на самом деле, потому что когда много людей, всегда сложнее выбирать. И я надеюсь, что девушки сегодня получат удовольствие от конкурса. Я хочу, чтобы они прям таким с кайфом проходили по этой сцене, но будем оценивать и посадку, как ты уже сказала, и соответствие, и цвет. Ну, собственно, я буду отвечать за техническую сторону вопроса, я бы сказала так. Отлично, давайте Галине поаплодируем. Разрешите вам представить второго эксперта. Этот человек я знаю очень давно, но лет 12 точно. И для меня она феномен, феномен вообще в жизни, в том, как она мыслит, в том, как она выглядит, в том, сколько она знает про то, как надо выглядеть. Ну, в общем, могу бесконечно говорить про этого человека, но она сейчас поднимется, вы все сами увидите. Моя коллега, человек, которого я люблю, с которым всегда интересно, Татьяна Воронина. Пожалуйста, приветствуйте Татьяну. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Все, что говорила Наташа, или практически все, это правда. Тань, может быть, я чего-то не сказала, какого-то аспекта? Человек, который знает, как похудеть, как все подкачать, как все приоткрыть, чтобы было красиво и эффектно. Мы действительно работаем вместе уже много лет, да, уже 12, это точно. С начала самого, когда здесь впервые состоялось шоу, Йорк-шоу. И с тех самых пор мы друг другу испытываем исключительно позитивные эмоции. И вот, кстати, когда в зале, Наташа задала вопрос, а в зале все отвечали, какие события произошли, я хочу сказать, что еще произошло событие, которое тоже нас частично, многих из нас, работающих здесь, объединяет. Потому что многие из нас водолеи, и в начале февраля мы все справляли день рождения. Так что вот это вот нас тоже объединяет. Вот. Но на этом мероприятии я, наверное, все-таки скажу, к сожалению, впервые в качестве эксперта. Я была пару раз или даже тройку смотрела, как это проходило без меня. Вот.
И сегодня я, наверное, внесу какую-то лепту. Я даже уверена, что я это сделаю. И, конечно же, будет очень интересно посмотреть на то, как это все происходит сейчас, сегодня, потому что, конечно же, с каждым разом мероприятие развивается. Наташа постоянно вносит апгрейд, то есть в любое мероприятие, у нее очень хорошо работают мозги в этом плане, конечно, не без ущерба для здоровья, потому что по несколько ночей перед каждым мероприятием Наташа практически не спит. И, конечно же, она делает это ради вас, чтобы вам было интересно. Поэтому давайте еще раз аплодисменты Наташе. И Наташа же пройдет в купальнике туда-сюда. И вот... Кстати, я этого не исключаю. Спасибо, но вот тебе бы я бы очень рекомендовала. И, ну что ж, давайте ждать, что сегодня будет происходить. Ты мне скажи, ты вообще такой человек, что думаешь, что говоришь. Бываешь достаточно строга. Скажи, пожалуйста, сегодня как-то пошатнутся твои обычные устои, как ты это делаешь? Или ты все-таки, чтобы наши участницы не упали, они же тебя еще не знают, ты как-то готова помягче? Ну, я, конечно, буду стараться, но, в принципе, лезть не мой конек. Вот, и поэтому, да, буду говорить то, что думаю, в очень позитивной манере. Я думаю, что всем участникам она понравится. Хорошо, спасибо, это Татьяна Воронина. И, как вы понимаете, не хватает у нас в жюри одного человека. Есть у меня такая практика, я приглашаю обычно одного человека из зала, который тоже совершенно... Ты работай. Антон у нас руку поднимает. День рождения был вчера, сегодня уже совершенно другой день. Приглашу кого-то из мужчин для того, чтобы мнение было не только женским, но и другим. Но прежде чем мне выбрать кого-то из вас, я бы... Есть вообще мужчина? Давайте начнем. Давайте от вас. Есть мужчины, которые считают, что они эксперты в области женской красоты, особенно купальников. Подожди, сколько рук-то еще? Одна? Одна одинокая рука. Так, вы эксперт в купальниках именно, вы считаете? Ага. А есть здесь специалисты в женской красоте? Антон, с тобой мы уже разобрались. Что, здесь нету ценителей женской красоты? А мужской? Нет, два красавца. Они хотят претендовать на... Нет, смеются они хорошо, слов пока я от них не слышала. Итак, поднимите руки те мужчины, которые считают, что они могут украсить наше жюри и выдавать аргументированное экспертное мнение по поводу того, что они видят на сцене. Стабильность – признак мастерства. Но что я вам скажу, давайте так, прежде чем вы подниметесь на эту сцену, если подниметесь, я задам вам пару вопросов. Договорились? Итак, какие качества в женщине? Так, давайте сначала познакомимся. Как вас зовут? Артем. Артем, я вас знаю, вы же нам уже помогали, да? В суждении, в судении наших девушек. Но прошло много времени, вы могли измениться. Поэтому я вам задам вопросы. Какие качества в женщине вы цените больше всего? Порядочность и эстетика. Порядочность, эстетика? Эстетика. Порядочность. Как вы думаете, в купальнике вы сможете оценить порядочность со стороны? Безусловно. Хорошо. А какие женские идеалы у вас в жизни? Ну вот из известных актеров, актрис. Каждая девушка на самом деле уникальна по-своему, и обидеть кого-то из них. Нет, именно ваши идеалы женские. Настолько индивидуально, то есть. Индивидуально про вас. Кто из женщин известных вам нравится? Софи Марсо. Софи Марсо, хорошо. Есть еще? Матрица Касса. Матрица. Все, мы поняли. Хороший вкус. Если не захотите, не отвечайте на следующий вопрос. Удалось ли вам в жизни найти идеал своей женщины? Пока, к сожалению, нет. Отлично, вы в поиске. И насколько вы... с вопросами мы закончили. А как вы считаете, Артем прошел собеседование? Прошел. Артем, я вас приглашаю к нам в команду.
задам мужчинам пару вопросов. Кто у нас в купальниках совсем ничего не понимает? Вот вы, которые классно смеетесь, но пока непонятна ваша предвыборная программа, задам вам вопрос. Слышали ли вы такое слово «майо»? Не слышали. Слышали ли вы такое слово «бандо»? Нет. Слышали ли вы такое слово «танк»? Танк? Что для вас танк? Дорогой, купи мне танк. Растеряйтесь, как-то вы немножечко... Я в другом плане слышал. В другом плане слышали. А в каком плане я говорю? О купальниках, все точно. Ну, там еще планш, бикини, свим-дресс, монокини. Я вам это к чему все рассказываю. Для меня тоже было открытие, что купальники, оказывается, имеют целую группу разновидностей. Такие. Я вообще раньше думала, что купальники бывают только слитные и раздельные. Кто думал так же, как я, до того, как есть? А все остальные знали, что существуют вот эти танки, монокини? Нет, непонятно, как вы утаиваете. Если мы с вами договорились, судейская коллегия у нас готова, то я считаю, что мы можем поаплодировать тем, кто сейчас выйдет на эту сцену, и начать наше соревнование. Согласны? Итак, напомню, что мы поддерживаем каждую из участниц. Они впервые на этой сцене, но они очень хотят победить и выиграть тот купальник, который они себе выбрали. Итак, я приглашаю на сцену первую участницу, и это Ксения. Под ваши аплодисменты. Обычно на работе? Ну, это какие-то строгие вещи, костюмы, юбки обычные. Хорошо. Скажите, пожалуйста, при выборе вот купальника, чем вы руководствовались и какой бы вам хотелось выглядеть в наших глазах или в своих? Как вы думали? Ну, я руководствовалась прежде всего двумя вещами. Первое – это выбор цвета. В этом году Pantone объявил самый модный цвет ультрафиолет, но это не ультрафиолет, но его оттенок. Вот. И выбирала я не только купальник, но и образ целиком для особого случая. Моя подруга выходит замуж, и один из дней праздника будет проходить на яхте. И для этого вечера я подобрала такой образ. Немного вечерний. А вы знаете, почему тишина в зале? Все сразу подумали, надо идти в чиновники. В чиновники, на яхте. Ну что ж, а не Прохоров там, нет? Женится? Нет? Главное, правда, может, тайно не рассказывать. Ну что же, я задам еще один вопрос. Вот если бы вы дали определение себе в жизни, вы какая и какая сейчас? Какой образ сейчас? Ну... Достаточно креативная, я считаю. В жизни я тоже очень креативный человек. Несмотря на то, что я чиновник, но... Все мы поняли. Ну что же, если зрителям нравится образ, можно поаплодировать. А я передаю микрофон Галине. Галина, что скажете? Ксения, а обувь, ну, здесь не выбирали, то есть это прям... Ну,
так было задумано, без обуви, без каких-то украшений. Но у меня одно замечание. На мой взгляд, брюки не очень вяжутся с купальником, ну, чисто стилистически. Потому что купальник более спортивный по стилю, по отделке, по настроению. Брюки чуть более романтичные. И, конечно, связать их можно было, но я думаю, что, видимо, не нашлось каких-то еще деталей, которыми можно было бы объединить образ. Но что могу сказать по поводу цвета? Вчера кто-то издевался и говорил, что никто, кроме меня, не знает про ультрафиолетовый цвет. Я хочу заметить, что оттенок выбран очень правильно, немножко приглушенный, спокойный, который идет нашей девушке. И макияж. Макияж, да. И сережечки все туда, и хвостик, прям все. А, Ксения, я вам хотела спросить, это потому что все-таки ваш деловой образ, он накладывает отпечаток, что вы вот эти брючки не сняли? Или мы можем убрать брюки и посмотреть, как это... Нет, мы не можем убрать брюки. Убрать не можем. Все, это принимается, это позиция. Аплодируем Ксении, благодарим ее за выбор, за участие. Спасибо. Ну вот как, должна быть в женщине какая-то загадка, я абсолютно. Я бы еще сверху что-нибудь надела и тоже бы поучаствовала. Переходим к участнице под номером 2. Это Татьяна, и мы встречаем ее на этой сцене. Итак. Дело после того, что мы увидели в первой нашей героине. Не стесняйтесь, вы замечательно выглядите. Задам вам пару вопросов. Первое. Знаете ли вы тип этого купальника, как он по-умному называется? Там вот этот танк, бандинини, свимдресс. Нет, да? Нет. Я тоже пыталась догадаться. Я единственное, что после Галиной лекции я поняла, что трусики либо бикини, либо танк. Бикини, да? Я угадала. Все, не пятерка. Хорошо. Чем вы занимаетесь в жизни? Работаю в страховой компании. Работаете в торговой компании? В офисе? В страховой, да. А, в страховой? Как вы думаете, вам не приходилось страховать клиентов где-то на пляже, где-то на отдыхе? Или у вас отдых отдельно, работа отдельно? Все отдельно. Скажите, вот этот купальник вы выбирали куда? У вас какие-то предстоящие поездки есть в этом году? Очень хотелось бы, все зависит от этого молодого человека. Молодой человек, мы сейчас с вами отдельно поговорим, хорошо? Куда бы хотелось? В USA. Куда? В USA? А что это вы так тихо говорите? Надо говорить громко. Это просто мечта, поэтому надо потихонечку говорить. А насколько хотелось бы? На месяц, на два? Два было бы идеально. Два было бы идеально. А как зовут вашего кавалера? Денис. Денис. А Денис не работает? Он может себе на два месяца позволить? Я могу уволиться. Что? Вот так вот. Денис, да? Денис. Не будем вас брать на слабо, но, вы знаете, каждая женщина сейчас в душе верит, что нашей героине повезет, и она отправится в USA на два месяца. Правда, женщина? Давайте мы поддержим аплодисменты мечты. Вы так аплодируете, как будто бы уже он у нас дал уже добро. Денис, мы будем следить за вашей историей. Ну что ж, давайте вернемся к костюмам. Значит, в USA, да, а куда конкретно вы бы хотели поехать? Он уже разработал маршрут. Это, конечно же, Нью-Йорк. Это Майами. И очень там много национальных парков, где бы мы хотели бы посмотреть, побыть. Отлично. Здорово. Мне нравится решение. Посмотрим, что скажут наши эксперты. Галина? На самом деле, мне тоже очень нравится решение, мне нравится вот этот анималистический принт, очень красивый и очень необычный верх. Здорово, прям такой акцент на верхнюю часть, мне кажется, показывает в выгодном свете фигуру девушки. Все, что я могу сказать. Да, скажите, пожалуйста, а вот не нашлось каких-то аксессуаров, там, сумочек, или у вас прям была такая концепция, что без всякого лишнего все купите там в USA? Ну,
странного. Дело в том, что я не знала, что я по ней буду здесь выступать. Это я пришла по работе, и я оказалась на сцене. Буквально полчаса назад все это решилось. Поэтому это была маленькая подстава моего мужа. А, это муж! А, с этим уже полегче. Угу. Поэтому ничего не планировала. Если это экспромт. Ну что же, если зрителям экспромт нравится, я считаю, что надо искупать нашу участницу по поводу смеха. Она даже не за купальником пришла, как вы понимаете. Она пришла сюда для того, чтобы со сцены сказать мужу, мы едем в USA на 2 месяца. Аплодисменты, пусть мечты сбываются. Вот меня женщины удивляют, конечно. А знаете, есть такая фраза, что если женщина что-то просит, ей надо обязательно это дать, иначе она это возьмет сама. Это, кстати, фраза работает. Ну что же, переходим к героине под номером 3. Это Елена, и мы встречаем ее в дефиле здесь, на этой сцене, на линджере Fashion Week. Внимание! Жизнь рассказывайте. Я дата-сайентист. Кто? Дата-сайентист. Я сразу поясню, что это значит. Звучит страшно. На основе модели я могу сразу, потому как вы пользуетесь телефоном, предсказать, какой купальник вы, например, выберете, в какую страну вы хотите поехать, какую рекламу вам показать. Экстрасенс. Я вам потом покажу телефон нашего генерального директора. Он уже не выпускается лет 10, но он ему очень нравится. Вы потом тогда скажете, какой купальный костюм ему больше всего подойдет. Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, в жизни вы какая? Обычная. Обычная? Это вот что, обычные женщины разве всегда так? Ну такая на роке, ладно. На чем? Рок. На роке. Все, я понял. То есть вы такая рок-н-ролльщица? Скорее, да. Отлично. Этот купальник вы выбрали для поездки? Для выхода на подиум. Для поездки на Ибицу. На Ибицу, да. Вы только что придумали? Нет, я вспомнила только что. А вот поездка на Ибицу, то есть все хорошо, вот этот шнурочек, да, там с перспективой познакомиться или что-то там с продолжением, да, или нет, или это дополнительно к образу не относится? Ну, мне кажется, он как-то сочетается с этим купальником. Он показывает, что вот, типа, изюм какой-то есть. Изюм. Для вас есть изюм? А, ну это элемент рок-н-ролла. Слева, но... Нет, я это назвала так, а вы назвали эту вещь своими именами. Ну хорошо, хорошо. Давайте обратимся к нашему мужчине, Артём. Вы у нас специалист по порядочности. На самом деле, все относительно. То есть, все индивидуально смотреть. Ну давайте, вот вы смотрите индивидуально. Сейчас могу сказать, что про девушку, да, она очень... хорошо сложено. Вот по одежде что могу сказать? Чуть-чуть бы вот она вот, купального костюма бы более приглушенная, это было, поставила бы более выгодная, более классная. То есть вот смотрелось бы более, ну, привлекательно. А вам в каких тонах нравится? Ну, немножко, так сказать, вот, потемнее было бы это лучше, на мой взгляд. Потемнее, да? Поскромнее, понезаметнее. Не то, что поскромнее, просто постильнее это было бы. А постельней. Да. Постельней выглядел. Хорошо. Вот, к сожалению, вот ошейники немножко, конечно, портят. Вещь замечательная, красивая. А вы на Ибице были? Нет. Нет, а может быть так ходит. А кто-нибудь на Ибице был? Ну, может быть, они тут. Есть счастливчики в зале? Нет. Пока нет. Хорошо. Тогда мы не знаем, какой это на Ибице. Может быть, в этом сезоне это модно. Хорошо, Татьяна. Татьяна, спасибо, Артём. То есть мое мнение по поводу видео? Да. Вставать не обязательно? А, нет. А нельзя ли вас попросить боком повернуться?
будешь оценивать фигуру? Да, но дело в том, что в компетенцию любого купальника, вообще первое, чем надо руководствоваться при выборе купальника, это подчеркивание достоинств и камуфлирование недостатков. Ой, мамочка моя, то есть, хорошо, ну, ясное дело, что людей с идеальной анатомией крайне мало, и поэтому, естественно, конечно же, у кого-то более ярко выражены недостатки, у кого-то более ярко выражены достоинства. На некоторых человека вот вообще так посмотришь, ну, вроде, ну, никакой, а что-то в нем какая-то вот изюминка, как вот cherry on top. Вот, и сразу вот как-то по-другому все и воспринимается. А что у нас с Еленой? Давай, Татьяна. Что с Еленой? Во-первых, ужасные ботинки. Так. Откуда они вообще? В каком контексте? Не-не, подождите. Просто Татьяна у нас говорит то, что думает. Вот в каком контексте? Нет, я... Не-не-не, подождите, нет, рада сдаваться, может быть, еще... Я вот понимаю, что вы так, я понимаю, случайно посетитель, да, или как? Или случайно на вас оказался этот купальник? Нет, купальник выбирал. Выбирался. Рок-н-ролльщица. Хорошо. Девушка-рок-н-ролльщица. Это я уже поняла, да. Ну, то есть, вы, идя сюда, на первый зачатийский переулок, не предполагали, что будете выходить на сцену? Или предполагали? Не предполагали. Окей. Хорошо, а почему тогда ботинки эти вообще не сняли? Какая весна сейчас. Нет, я имею в виду здесь. Было бы логичнее даже пройти босиком, нежели в ботинках. А уж коли вы в ботинках вышли, уж как минимум их надо было завязать, потому что у вас завязан только один. И вот это вот такая, и плюс еще ботинки грязные, понимаете? Надо было взять какую-нибудь тряпочку так и немножко прополировать. А то получается... Ну, я поддерживаю участницу, чтобы она не упала, хорошо? Нет, она на самом деле я говорю то, что вижу, я как чукча. А, хорошо, мы поняли. Да. А по поводу... так, к купальнику я вернусь в последнюю очередь. По поводу украшения на вашей шее. Типично рок-н-ролльское украшение, никакого абсолютно отношения не имеет к этому купальнику вообще. Неважно, на Ибицу или на Марс она полетит на ближайшие выходные. А по поводу купальника, ну, я не в восторге. Неплохо, скажем так, то есть можно было бы сравнивать с теми, кто уже выходил, там было хуже дела обстояли. Вот, вот. Ну, в общем, ничего. Вот, вот эти очень долго Таня думала, в общем, ничего. На троечку, на троечку. Давайте поаплодируем Татьяне. Кто-то же должен говорить вот прям вот в лоб, и тогда получается драматургия, а иначе что, все хорошо. Отлично, Галя, ты не будешь говорить. Так, скажите, пожалуйста, Елена, у меня такой вопрос, а, ну вот для меня, или для вас самих, ну подумайте, мы могли бы снять вот эти ботинки? Или это прям вот вы за них держитесь? Да, кстати, может быть сейчас мнение будет кардинально вообще противоположно. Давайте снимем эти ботинки нафиг. А публика просит снять ботинки? Да, публика. Ну какая-то часть, которая Таню поддерживает? Нет, кто-то нет, кто-то да. Нет. Давайте так, в ботинках уже... Нет. Ах вы! Ну что, нет? Ботинка круто. Наташ, ну сейчас было бы логичным, кстати, обратиться к залу, как мы это обычно делаем на Йорк-шоу, к левой части зала оборачиваемся, к правой и спрашиваем, а почему вы так считаете? Да не, господа, почему даже не вы так считаете? Они так видят. Вот я тоже так маме говорю, мам, я так чувствую. Она говорит, иди отсюда. Хорошо. Ну что, если вы считаете, что не надо снимать ботинки, и зал тоже так считает, то мы Елене аплодируем за смелость выдержать критику не каждый. Может, подумайте насчет образа, может быть, вы что-то добавите. В любом случае, мы вас поддерживаем. Аплодисменты, Леночка. Интересно, как зал реагирует. Вы ближе к Елене, я так понимаю, что да? За нее. Понятно. Хорошо, что. Нет, Таня, хорошо, что ты не видела мою машину, на которой есть. Ленины ботинки, они просто супер. Супер. Я тебе потом покажу. Итак, мы переходим к участнице под номером 4. Ее зовут Ольга, и мы Ольгу встречаем аплодисментами. Latino, hey, oh, 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 oh.
чем вы занимаетесь в жизни, какая вы и почему вы выбрали именно этот комплект? Я очень разносторонняя. В жизни я вообще бухгалтер, в данный момент в декрете. В декрете после? Во время декрета. Во время декрета нет. Все, я поняла. Купальник я выбрала, потому что он на данный момент соответствует моему настроению, моему характеру и, наверное, моим переменам, которые как раз произошли с рождением ребенка и вот в этом времени, пока я нахожусь в декрете. То есть я чувствую себя такой более, наверное, дерзкой и сексуальной, поэтому я выбрала кожаное белье. Ну ничего себе, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, женщина после декрета себя так... А есть еще в зале те, кто после декрета себя чувствовали дерзкими, сексуальными и так далее, со всеми вытекающими последствиями? Нет, Ольга, наверное, вы уникальны. Хорошо, хорошо, давайте попросим Артема сказать свое мнение. На самом деле, девушка смотрится очень красиво, очень гармонично. Единственное, что немножко, ну, как бы коробит, в том, что все-таки это пляжный вариант, даже можно в море купаться, в кожаном купаться, ну, как-то не очень, на мой взгляд. Поэтому чуть-чуть вот момент вот немножко перепутан, а так выглядит все стильно, очень замечательно. Хорошо, спасибо, Артем. Галюня, давай. Нет, на самом деле... Мне понравилось, что макияж сделан под купальник, то есть чувствуется идея, чувствуется задумка вот этой дерзкости. Есть у меня небольшие претензии по качеству посадки, но с точки зрения модели, ну, для коррекции фигуры купальник выбран правильно. То есть, может быть, были какие-то нюансы именно с размерами, но это уже не будем обращать сейчас на это внимание. Мне нравится, что вот... Образ был продуман, что Ольга у нас прошла такой уверенной походкой. Ну, в целом все. В целом все. Тань, ну я просто задам вопрос, чтобы это самое. Давай, в двух предложениях, как тебе? Но меня радует, что ботинок нет. О! То есть мы начали отмечать положительный, да, ботинок нет. Да. Очень так. Вот, кстати, я считаю, это нормально дефилировать по такой шикарной сцене босиком. Mm-hmm. Я думаю, что тактильные ощущения ступни превосходные, да? Как? Да. Ну, а по поводу черного, ну, наверное, надо вспомнить то, что говорила Коко Шанель по этому поводу, что черное, в общем-то, на идеальную фигуру. А. По секрету. А ты бы какой цвет предложила? Ну, во-первых, это не смотрится, все говорят, кожа, но это же не кожа, это просто материал под кожу. Да? Вот. Все правильно. Ага. В коже не... На пляж можно попасть, ну, как бы... Вот и ответ Артема. Ага, да, отлично. Да. Поэтому... Все хорошо, Тань? Нет, хорошо. Я просто пытаюсь понять, какой цвет. Ну, мне кажется, какой-нибудь пастельных тонов. Хорошо, в общем-то неплохо. Девушка стоит, все выполнено. Вы довольны, как вы выступили? Да, зависит от того, какой приз я получу. Скромность украшает человека, хорошо. Ну, я в любом случае вам желаю победы, а зрители вам аплодируют, и вы отправляетесь пока в комнату ожидания. Спасибо. Итак, друзья мои, мне предлагали посматривать на часы. Нам надо поторопиться, потому что нас поджимает следующее событие, и мы переходим к участнице под номером 5. Это Мария. Встречаем Марию на сцене. Точно шли вперед. Это было... Я прям думаю, ох, кем вы работаете в жизни? Кто вы по специальности? Аналитик. Вот чувствуется. Хорошо. Скажите, пожалуйста, к какому событию вы выбрали этот купальник и почему? Я считаю, что этот купальник подходит под все случаи жизни, как на море, можно сходить в аквапарк и также в бассейн.
позагорать. Помню. Вы любите загорать, кстати? Я не очень люблю загорать. А, правильно, не полезно. Давайте послушаем мнение наших экспертов. Галина? А, на самом деле, если мы говорим с точки зрения выбора фасона по фигуре, то здесь 100% попадание. То есть, когда чувствуется некая скованность, очень здорово смотрится модель танкини, да, то есть когда у нас удлиненная маечка и трусики. Тоже у меня есть претензии по посадке, но с точки зрения именно подбора фасона мне нравится. Мне нравится, что продуман образ, что у нас есть обувь специальная пляжная. И это, по-моему, как раз здесь, да, тоже нашли обувь? Вот, что имеется вариант как бы поверх купальника. То есть пешка подошла очень серьезно и продумала образ до мелочей. Отлично. Зрителям нравится образ нашей героини? Нравится. Ну что же, вам понравилась вот проходка? Вы волновались? Нет, вы очень сосредоточенно это делали? Я волнуюсь даже сейчас. Сейчас. А если бы я вам предложила пройти, виляя бедрами, вы бы мне отказали сразу? Я боюсь, у меня не очень получится. Очень получится. Ну хорошо, у нас с вами полно времени до следующего линджери-шоу. Я уверена, что мы с вами еще встретимся. Мы вас поддержим аплодисментами. Вы молодец! Итак, это была Мария номер 5. И мы переходим к участнице под номером 6. Это Екатерина. Пришли и улыбнулись, и это прям вот поставило... Что? С опытом. Я с опытом, да. Не дай бог вам моего опыта. Хорошо? Хорошо. Скажите, пожалуйста, на какое событие вы выбрали данный комплект? Почему вы просочетали именно таким образом? Рассказывайте. Ну, на поездку смотрим, человек на море. Куда бы вы хотели отправиться? Миникану. Миникану. Он тоже здесь присутствует? Это такой пиар-код? Нет, он здесь. Ладно, мы ему потом видео покажем. Хорошо, в Домикане вы собираетесь загорать, купаться, правильно я понимаю? Ну, на какой-нибудь вечеринке там есть? Посмотрите, все отлично. Вы так завуалировали вот этой, как это называется, по-русски, да? Порыв, ну, конечно, я не знаю, что это порыв называется, конечно, знаю. Вы ее прямо принципиально не снимали, чтобы была у женщины загадка, да? Все правильно. Давайте мы Артема спросим. Здесь прям порядочность на лице. Все прям как вы любите, Артем. Слушаем вас. На самом деле ты очень красиво выглядишь. Вот, это парево, оно хорошо, ну так все пройтись, потому что его лучше как бы снять так красиво. И будет просто вот прям молодец. То есть все, форма, красота, одежда, все подобное надеянное, я считаю. Спасибо, Артем. Татьяна, что скажешь ты? Неплохо. Так, Галина. На самом деле, ну, на мой взгляд, вот на девушке очень красиво смотрелся бы какой-нибудь цветастый купальник, потому что очень красивого цвета глаза, есть цвет в волосах. И, ну, вот хочется, почему мне хотелось бы здесь увидеть цвет. И с точки зрения выбора фасона, можно было обратить внимание на модели с более высоким вырезом по ноге. Поскольку рост у девушки не очень большой, когда мы видим визуально более длинные ноги, нам девушка кажется гораздо выше. Но если девушка ощущает себя в этом комфортно, если это нравится, и с точки зрения именно компоновки в костюм, синий с белым, пляжный халат, да, то есть, ну, подобрано хорошо, но можно было лучше. Можно было лучше. Отлично. Вы довольны, самое главное? Да, мне очень нравится. Нравится выходить на эту сцену или ваш? Спасибо большое, что ответили так, как вы хотели ответить на этот вопрос. Мы вас поддерживаем аплодисментами. Желаем вам удачи, и вам придется немножечко подождать наших результатов.
комнате ожидания. Переходим к участнице под номером 7. Это Станислава и ее проходка. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje, bajo un pie. Si Dios puso la luz, no fue para morder. Ay, amor, dejemos las cerditas hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquilla. Станислава, я вас прошу. Аплодисменты. Волочкова бы сейчас просто переживала сильно-сильно. А, ну что же, нет, я вас прошу. Станислава, не сходите с этого места, вы прекрасно, даже, не знаю, как-то в ваших лучах. Офигительно, с моей точки зрения, извините за мой сленг. А, я даже думаю, что вы бы могли бы выйти замуж, то, куда вы собрались, потому что вот это сверху очень... Нет? Вы уже замужем? Как бы нет такой цели. Нет такой цели, извините, значит, у вас могли бы быть легкие романтические отношения с тем, кого вы выберете, там, куда вы отправитесь. Куда вы, кстати, отправились бы в этом купальнике? Я бы с удовольствием вернулась на океан. Я в феврале была на Шри-Ланке. Я бы встречала вот так рассвет, приходила бы, занималась йогой. Смотрела на солнце, на океан. А вот у вас там даже вот какая-то богиня, да, вот лицом изображена? Нет? А вы не рассматривали, хорошо. А камень, ага. Кстати, вы бы встречали рассвет, от вашего бы ободка шли вот эти замечательные лучи, вы бы соединялись с солнцем. Ну, отлично, отлично. Я, кстати, обратила внимание на этот купальник еще на показе. Скажите, какого бренда он? Бренд «Магистраль», бренд известный. Я его никогда не носила, но это мировой известный бренд. Отлично. Что скажет члену жюри? Таня, давай. Вот мне есть что сказать. Это у нас 7-й участник, и я Станиславу могу со всей уверенностью утверждать, что вы затмили всех предыдущих. Я не знаю, какие конкурсантки будут далее, но на вас все сидит просто великолепно. Даже пряди у вас голубые. Откуда вы взяли вот этот вот лак? Что, здесь тоже приобрели? Не-не-не, я Станиславу агитировала до того, как пряди уже были. Ну, к сожалению или к счастью, все звезды сложились. У меня, например, завтра выступление для девочки из коллектива. Я приносила ободок померить ее костюму. Так. Пряди были сделаны в Тюмени 10 дней назад. Ага. А купальник, я просто тоже и брофитер в том числе. А купальник, его просто нужно правильно подобрать. Ну, значит, помимо того, что... У меня не идеальная фигура. Помимо того, что вы знаете, как что правильно подбирать, плюс еще звезды так сложились, что вы оказались в нужном месте в нужное время. Вот, и это очень важно. В общем, я считаю, подобрано все супер просто. Вот не к чему даже придраться. Даже те недостатки фигуры, о которых говорила и сама обладательница, они вообще не бросаются в глаза, потому что взгляд выхватывает совершенно другие аспекты. Конечно, вот этот вот, ну, вот это по ногой, как вы это делаете. Это я сейчас вот, кстати, получу. По поводу показа тоже, да. Не-не-не, вот это вперед как-то тянули. Забыли, Станислава? Я тогда за вами так внимательно. Это импровизация была. Это импровизация. И даже вот по поводу показа, вы настолько пластично, настолько уверены в себе, настолько вам мозг посылает правильные сигналы, что вы в данный момент обворожительны, что я думаю, не только я, но и все присутствующие в зале со мной согласятся, и сейчас просто последует шквал аплодисментов. Другие члены жюри что-то хотят сказать? Поддерживайте, Станислава. Это Станислава, номер 7, и давайте мы ее проводим аплодисментами. Да, радостно так, живенько прям. Ну что же, переходим к
участницы под номером 8. Это Диана. Ей, наверное, будет чуточку сложнее после такого выхода Станислава, но мы ее будем встречать, несомненно, аплодисментами. Итак, на сцене Диана. Диана, я вам сейчас задам дурацкий вопрос, но вы мне его отвечаете, как считаете нужным. А это купальник? Конечно. Да. Подождите, я сначала буду задавать, вот может быть у кого-то тоже есть вопрос. А в нем просто красиво, надо пройтись по берегу моря, когда у тебя раздувает подол, когда на тебя там смотрят воздыханные мужчины, да, или все-таки в нем купаются? В нем отвечаю свадьбу на Капри 8 июля. У вас будет свадьба? Один из дней будет на яхте. А у вас вот с той девушкой, которая... Ах, вы вместе! А вы тоже, простите, чиновница? Я в сфере фармацевтического бизнеса. Я менеджер по продажам. Не в сфере фэшн. Поэтому строго не судите. Нет, мы теперь просто понимаем, где надо отмечать свадьбу и что несколько дней. Я думала, что традиция отмечать свадьбу 10 дней уже ушла. Нет, оказывается, она до сих пор. Ну, 2-3, ну, что вы приедете, отметите и уедете. Нет, потом еще 2-3 недельки побудете. Ну что же, по-моему, это было как-то вот... А вы, кстати, себя как бы охарактеризовали? Вы какая? Вы как-то двигались так, знаете, ритмично, пластично, не статично? Как бы вы себя прилагателями назвали? Вы какая в жизни? Со стороны виднее, но на самом деле я очень люблю движение в плане танцев латиноамериканских. И ну, в целом я такой человек, который любит мир и людей. Я не знаю, видно ли это в моем образе, но я в принципе могу продемонстрировать другой вариант, то есть без юбки, то есть это более... А что, все молчат? Вы хотите без юбки? Вы здесь? Вы так прям будете? Или вы оттуда выйдете? Вы как? Или вам музыку включить вы будете? Ну что, волнаться, давайте прям здесь. Нет, давайте, а вы только делайте это медленно под музыку, красиво, чтобы мы... Диана, у вас много гостей на свадьбе, мы тут готовы присоединиться. Мы тоже оденем такие купальники, купим плавки в таком стиле, все. Вам нравится мой образ, если честно? Мне? Я очень старалась. Мне нравится. Знаете, Диана, я бы отсчитывала от себя, потому что в первую очередь, как вы себя ощущаете, так вы себя несете. Не спрашивайте совета. Потому что я вообще в этом ни хрена не понимаю, то я здесь стою просто с умным видом. Но мне понравилось. Вот ваша энергия, в вас что-то есть такое вот, вот такое вот манящее. Вам понравилось, дорогие зрители? Судьи, давайте все-таки их как-то так для приличия спросим, что думают они. На самом деле мне понравилось, мне очень понравился вот этот асимметричный вырез у купальника. Мне кажется, для яхты самое то, вот это вот отлично, добавляет объема там, где нужно. Вместе с юбкой смотрится так очень нежно и, собственно, подходящий к событию. Я понимаю, что миниатюрным девушкам здесь бывает сложно что-то выбрать, там все большое, но мне очень нравится именно вот выбор с учетом собственных особенностей фигуры, что подчеркнулась как раз хрупкость, подчеркнулась нежность, подчеркнулась женственность, и дополнительные эти слои в юбке летящие создают такое очень романтичное настроение. Очень. Татьяна, что скажешь? У англичан есть такое очень хорошее выражение
и я, к сожалению, должна им сейчас воспользоваться. It's not my cup of tea. Так, теперь мы это дословно переводим на русский язык, и это звучит... Ну, не мое. Не твое. А девушкино? Нет, нет, нет. Ну, на самом деле, у Англии и Италии как много общего, так и много различий. Здесь немножко более южно-средиземноморский стиль. И почему юбка присутствует, она, конечно же, может быть, где-то есть перегруз, так как здесь... Не оправдывайся! Нет, я просто говорю, чем я руководствовалась, выбрав этот комплект. А позвольте узнать, вы говорите много общего у Англии и Италии. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду абсолютно разные страны. Исторических, культурных каких-то. Абсолютно разные страны, поверьте мне, я замужем за британским подданным и много лет прожила в Англии. Я знаю, о чем я говорю. Это совершенно разные страны, абсолютно. С разной подачей, с разным менталитетом. Англия – это страна с многовековыми традициями, Италия – это совсем другое. Поэтому давайте мы сейчас не будем сравнивать эти страны. Просто спросили мое мнение, и я сказала, как я считаю, относительно того, как я на вас это вижу. То есть, ничего личного, как говорится. Ну что, мы поддержим Диану аплодисментами? Артем! Скажу честно, вот прям вот, чтобы вот, да, не думали, что вот мнение судей какое-то жесткое, тоже может что-то поменяться. Вот, Диан, когда ты вот вышла вот, ну, в первоначальном варианте, честно скажу, я много триков поставил за одежду, потому что я не понял, что это купальный костюм, но когда ты уже вот все преобразилось... Называйте вещи своими именами. Нет, нет, преобразилось. Это немножко разные вещи. Потому что раздеться и преобразиться это... Согласна. Как раз появилась вот та красота, которая скрывала вот это, на мой взгляд, лишние какие-то детали. Поэтому вот оценки все 5, честно скажу. Отлично, давайте учитывать мнение мужчин, они видят по-другому, и мы не можем с этим не считаться. Диана, аплодисменты от зрителей вам, удачи вам. И мы переходим к участнице под номером 9, это Мария, номер 9. Встречаем. Очень, да не волнуйтесь вы. Вы прямо даже. Ну, я с вами рядом, потому что ну, с вами море по колено. Скажите, пожалуйста, куда вы выбрали этот купальник? Знаете ли он, как называется, вот по-умному или нет? Ну, даже лучше, если бы вы не знали, но так уж по-честному. Вы знаете вот эти названия? Я знаю, что у нас симметричный. Спортивный купальник, симметричный, садик. А почему выбрали именно его и куда? Каждое лето я провожу на реке Волга со своими тремя детишками и мужем. И у меня задача совмещать активные игры с ними, ну, при этом оставаться какой-то свежей и привлекательной для своего мужа. То есть это плюс, ну, какая-то привлекательность. Также у меня есть мечта освоить в этом году вейкборд. Думаю, что это будет на волне смотреться достаточно красиво. Отлично. Вы знаете, после яхты река Волга просто она ласкает слух. Ласкает слух. Ну что же, я передаю микрофон. Давайте Галине дадим слово. Галя, как тебе выбор? Мы пойдем по правилу, да, как делаются замечания, похвалить, поругать, похвалить. Ага, не знаю. Я начну с похвалить. На самом деле, с точки зрения подбора ситуации, активный отдых с детьми. Купальник подходит хорошо, потому что диагональные полоски, да, такие, они с одной стороны вроде сексуальные, с другой стороны задают динамику. Есть нюансы с точки зрения посадки. Я даже не знаю, мне уже так неудобно, мы сегодня так много людей ругаем, озвучиваем. Ничего, ничего, переварится, завтра будут пижаму себе подбирать просто вот по-другому. Давай, давай. С точки зрения посадки, на самом деле купальник... Ну, подчеркнул не очень удачные моменты в фигуре.
если можно так сказать. Не буду говорить какие, ну, чтобы не акцентировать внимание зала на этом, но можно было поискать немножко другой вариант. И с точки зрения цвета я бы посмотрела что-то поярче. То есть мне бледновато кажется. Бледновато кажется, хорошо. Что нам скажет Артем? Соглашусь с Галиной, да, цвет будет чуть-чуть поярче, но так вот цветовая гамма хорошо, ну, учитывая строение тела, да, вот, на мой взгляд, очень красиво, гармонично и стильно. Вот это вот прям. Что это мама троих детей, чтобы я после этого, чтобы я хотя бы после одного так выглядела. Хорошо, хорошо. Ну, вам понравилось? Как вам нравится, самое главное, нравится купальник? Конечно, мне он очень нравится. Очень нравится, ну отлично. Самое главное, что вам нравится, а все остальное ерунда. Тем более для Волги, я думаю, что просто самое оно, да, в ваших целях мы вас поддерживаем в вашем выборе, правда? Желаем вам удачи. Передавайте привет и эстафетную палочку нашей следующей участнице. А это участница под номером 10, Лариса. Выходили как-то с шармом, с таким. Куда вы выбрали этот купальник? Почему? Расскажите немножечко о себе, чем занимаетесь в жизни и куда вы собираетесь в нем поехать. Я тоже не фотограф. Этот купальник я выбрала для вечеринки, пляжной вечеринки где-нибудь на юге Франции, где я очень люблю отдыхать. Почему я выбрала именно сливный купальник с такими декоративными деталями асимметричными? Потому что я не очень люблю загорать в нем. Но вечером я считаю, что в нем было бы очень хорошо появиться вечеринки, эффект, ну, может быть, добавив парео. Потому что я считаю, что этот купальник подходит к моему цветотипу. Прекрасно вписался бы в атмосферу вечеринки. Пожалуйста, аксессуары. Аксессуары вы не нашли или вы не искали, или не хватило времени? Ну, вот очки я, да, заметила. Я сторонник минимализма. Отлично. А вы сказали про свой психотип или цветотип? Цветотип. А какой у вас цветотип? Поделитесь, пожалуйста. Это цветотип зима, это холодные оттенки. У меня как раз присутствуют здесь холодные коричневые оттенки. И сегодня я могу сказать, что сегодня мой тип. Потому что я никогда раньше не носила леопардовые вещи, но у меня есть правило. Я каждый день стараюсь делать то, что никогда не делала раньше в жизни. Сегодня у меня дебют двойной. Я первый раз вышла на сцену. И первый раз одела леопардовые брюки. Отлично. Вот мне нравится такой подход делать каждый день что-то новое. И тогда, когда мы каждый день что-то новое, то есть если мы идем по улице Тверская и делаем все время шаги, мы дойдем, только увидим только то, что находится на улице Тверская. Если мы потихонечку делаем по одному шажочку другому, мы способны выйти на другую улицу и получить другие события в жизни. Правильно? Вы согласны? Абсолютно согласна. Я еще хочу добавить, что мы иногда можем увидеть приличные нам вещи совершенно по другим углом. Просто немножко пройдя другим маршрутом. У вас прям целая жизненная концепция. Мне она очень близка и нравится. Давайте, зрители, вам нравится концепция жизни? Да. Подумайте, может быть, кому-то она подойдет. Что скажут наши члены жюри, Татьяна? Во-первых, я хотела бы не согласиться по поводу того, что это холодные оттенки. Никогда коричневые оттенки не относились к холодным. Это теплые оттенки, разновидность теплых оттенков. Это первое. Второе, несмотря на то, что леопард не является трендом этого сезона, я считаю, что очень удачно подобран именно под цвет волос. Можно вас попросить надеть очки? Очень хорошо. Вот мне очень нравится, мне нравится подача, мне нравится, как было это нам преподнесено в движении все. Ну, в общем, одобряемся. Ну все, Тань, ты будешь кричать сука к концу нашего конкурса. Отлично. Что скажет Галя? Единственное, чего мне не хватило здесь в этом комплекте, это немножко макияжа. Вот почему-то вот такой хищный принт.
и мне хотелось, чтобы был поярче макияж. Но, с точки зрения посадки, пожалуй, ну это, наверное, там вторая или третья участница, к которой нету вообще претензий с точки зрения посадки именно купальника, сидит идеально, отлично подчеркивает особенности фигуры. Все хорошо. Ну все отлично. Если зрителям нравится, то мы отпускаем нашу героиню. Она отправляется в нашу волшебную комнату, Лариса номер 10, и ожидает результатов от наших судей. Осталось у нас две участницы, и одну зовут романтическим именем, даже нет, не романтическим, таким страстным именем Марго, и мне кажется, что эта девушка сегодня уже, это имя уже витало у нас в зале, она была победительницей в конкурсе сертификатов. Посмотрим, совпадает ли моя интуиция с тем, что мы сейчас увидим. Итак, мы встречаем Марго номер 11. Моя интуиция меня сегодня подвела. Скажите, пожалуйста, куда вы собираетесь отправиться в этом купальнике и расскажите, почему выбрали именно такой цвет, такую модель? Цвет голубой мне идет глазам, я голубые глаза, и я поеду в Сочи с мужем. В Сочи с мужем? Приятно, приятно. Все нормальненько, все в рамках понимания нормального человека. Отлично. Парео. Да, Парео было, оно было сначала на вас, потом вы его сняли, отлично сняли, выкрутились из ситуации, что-то там запуталось, прекрасно справились. А скажите, пожалуйста, вот про обувь. У меня лично вопрос, почему не выбрали быть босиком? Ну, я переживаю себя за все вот это. Вы чистоплюй. Все понятно, принимается. А что скажут наши члены жюри? Артем. Костюм подобран хорошо, то есть действительно очень смотрится, очень так стильно, очень так, можно в этом действительно походить и... Делать шпагат. Да. Хорошо, да. Хорошо. Отлично. Спасибо, Галя, что ты скажешь? По цвету, да, мне очень понравился комплект, но с точки зрения посадки по фигуре, опять-таки, есть некие нюансы, и меня, конечно же, тоже смущают ботинки. Ну, да, но здесь аргументирую. А вот шпагат поразил. А поразил шпагат зрителей. Можно узнать, а вы чем занимаетесь в жизни? Я просто каратист. Но это в далеком прошлом, хорошо. А сейчас? Дизайнер. Сейчас дизайнер. Вот от каратиста до дизайнера всего, так сказать, один шпагат. Нам все понятно. Давайте поаплодируем нашей участнице Марго. Это участница под номером 11 и... остается совсем немного времени. Участница под номером 12 Светлана. Это последняя участница на сегодня. Встречаем Светлану аплодисментами. Вчера правильное решение, Светлана ко мне подошла, сказала, я, конечно, не знаю, но я вас буду ждать. А когда кого-то ждут,
он обычно приходит, потому что это по велению сердца. Ну что ж, мне очень понравилось, я считаю, что у вас есть своя изюминка. Расскажите, пожалуйста, куда вы собираетесь отправляться вот в этом купальнике? И знаете ли вы вот эти названия, кроме раздельной, слитной, вот эти монокини, танки и так далее? Ну, а я не очень знаю, не в курсе, потому что всегда подбираю, что больше подходит к фигуре, чтобы комфортно. Вот тут пляж, дача. Я считаю, что это оптимально на все случаи. На любой вид отдыха подойдет. Хорошо, с вашим мнением все понятно. Что скажут наши члены жюри? Артем? Ну, могу сказать, ну, скажу честно, чтобы, да, вот как бы, то есть мы здесь подбираем, насколько человеку как бы идет одежда, насколько как бы грамотно, да, все смотрится. Ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, вот цветная вставка несколько портит костюм. Ее надо бы сделать потемнее, менее броской. Нет, ее бы вообще, честно говоря, вставку просто бы убрала. Она несколько нивелирует стиль всего костюма. А, ну это вопрос к производителям. Хорошо, мы поняли, сейчас чуть-чуть уберем, отрежем все. Скажу, я купила две пары трусиков. И одна как раз эти вставки, адаптоны без вставки. Но я почему-то сегодня решила одеть со вставочками. Вот, и второй момент, ну, на мой взгляд, чуть-чуть будут тона будут слегка поярче, слегка. Может какие полоски добавить вот, в трусики и бюстгальтер, чтобы подчеркнуть как раз вот красоту. Потому что здесь, ну, нам выглядит немножко, ну, как нижнее белье. Не в лучшем варианте, так скажем. То есть для дома, для семьи, вот как бы, тогда пока кто-то не видит. Артем, полет вашей фантазии меня вдохновляет и удивляет. Ну что же, у вас есть мнение, и вы имеете право сказать его как мужчина. Мы принимаем его, передаю трубочки Татьяне, которая сейчас тоже скажет свое мнение. Можно я ничего не буду говорить? Можно. Спасибо. Ага. А Галина? Давайте я похвалю что-то, да, чтобы уходить на позитивной ноте. Мне понравился цвет у купальника, за исключением вот цветной вставки. Здесь я на самом деле согласна с Артемом. А, но сам цвет вам очень хорошо. И я заценила, что вы подобрали туфли в тон. Ну, то есть была подготовка, и это очень здорово. Да, да. Ну что же, Светлана, в крайнем случае, если вам нравится, то вы оденетесь за вставку. Да, главное, чтобы было комфортно, а зрители согласны? Понравилось? Давайте поаплодируем Светлане, она решилась, и она сделает. И это, я считаю, что победа. Наташа, а у нас вот такой коллегиальный, просьба коллегиальная, чтобы все девушки предполагают, что они выйдут на сцену сейчас, или они уже все разделись? Нет, это совершенно другой программе они раздеваются. Конечно, они стоят в купальнике. Это чтобы вам было легче чуть-чуть, да? Да, да, больше, чтобы они все вышли, да. Ну что же, зрители, вы готовы? Набирали, чтобы они... Аплодисментами, чтобы они знали, что их ждут, в них верят. Девушки готовы, и мы под дружные аплодисменты приглашаем их на сцену. Надеюсь, они будут по порядку, если нет, придется их расставить. Итак, первая, Ксения, номер один. Татьяна, номер два. Елена, номер три. Ольга, номер четыре. Мария, номер пять. Екатерина, номер шесть. Станислава, номер 7. Диана, номер 8. Мария, номер 9. Лариса, номер 10. Марго, номер 11. И Светлана, номер 12. Девчонки, сейчас нужно 20-30 минут красиво постоять. Нет, я пошутила, не 20-30, но давайте. Давайте немножечко, давайте пока. Пока зрители
на вас смотрят. Я вам задам каждый по одному вопросу, и как раз я думаю, что когда я дойду до номер один, мнение нашего жюри будет окончательно решено. Итак, поучаствовав в нашей программе, в нашем конкурсе, какая вы теперь? Трудно сказать, но там главное, я это сделала. Я это сделала, отлично. Смелая. Дерзкая. Дерзкая. Такая довольная. Такая довольная. Счастливая. Счастливая? Еще бы на ёлке. Мне очень нравится здесь атмосфера в этом зале, и на самом деле девушки все прекрасные, мы на телевизоре все смотрели, кто как ходит, кто как импровизирует. Какая вы, Станислава? Сволнованная. Сволнованная. Чуть более опытная. Чуть более опытная? Чуть увереннее. Чуть увереннее? Довольная. Довольная. Особенная. Особенная. Эмоциональная. Эмоциональная еще бы. 2 месяца в Америке и... Очень веселая. Очень веселая, это чувствуется. Да, вот сейчас веселая. Ну что же, если наши члены жюри готовы назвать... Давайте начнем с третьего места. За третье место я анонсирую, что у нас есть косметика от компании Icy Lab. Вручит его Артем. Артем, кому вы отдали третье место и почему? Кстати, вообще такой момент, что все девушки очень красивые. Все замечательные выглядели, и выйти на подиум, это дорогого стоит на самом деле. Прошу как бы зрителей поддержать, потому что лучше смелость. Итак, третье место. Третье место по нашему единодушному мнению. И честно скажу вот от себя, что когда я брал третье место, когда девушка была одета одним образом, а потом она убрала все лишнее себя, я, честно скажу, стучало сердце. Мы догадываемся, о ком вы говорите. Если поставить микрофон, будет слышно. На самом деле, вот, поэтому третье место замечательной девушке Диана. Диана. Здорово, спасибо. Есть у нас еще один подарок от бьюти-салона Девиани Бьюти Спа. Это сумасшедшая процедура. Могу ее повторить. Да, я знаю, что это такое, ты мне потом расскажешь. Итак, процедура у нас становится подарком для... Процедура у нас становится подарком для номера 10, Ларисы. Это было единогласно. И есть у нас первое место... Там есть подарочный сертификат салон «Ноготок». Там есть подарочный сертификат в первый бар укладок «Dry and Go». И там, естественно, есть тот комплект, который девушка себя выбрала. Татьяна, кому он достается? Несколько, такая преамбула небольшая. Все девушки, конечно, молодцы, что, наверное, сегодня каждая из них открыла в себе что-то новое, да. Многие, я так полагаю, наверное, первый раз стоят на сцене, да. То есть это такой некий шаг вперед. И, конечно же, у нас по поводу первого места совершенно однозначное решение. Не было вообще и тени сомнения, то есть мы все сказали «да», конечно же. Я думаю, что весь зрительный зал с нами согласится. И сегодня мы вручаем самый главный приз самой стильной девушке с самым красивым именем. Станислава, это вам. Аплодисменты. Очень вы здорово выглядите, просто шикарно. Девушке не подарит вот этот купальник случайно? Конечно, подарит. То есть первому месту дарит купальник? Да. Yes! Вот, вы представляете? В общем, он был однозначно ваш, однозначно. Ну что же, девчонки, ну что я могу сказать от себя? Я благодарна за то,
точку. Давайте скажите слово Станиславу. Знаете, я хотела бы сказать всем девушкам, мне тоже было сегодня страшно, ужасно, боязно. И вообще в школе меня мальчики не любили и пели про меня песню «Не накрашенная страшная, накрашенная страшная». Поэтому всем девушкам нужно просто верить в себя и просто выйти вот так вот повеселиться, это здорово. Тем, кто вот сегодня постеснялся, рекомендую в следующий раз просто это сделать. На самом деле мальчики таким образом с вами заигрывали. Да, да, у нас эксперт, ей стоит доверять. Ну что же, девушки, перед тем, как мы сделаем завершающую финальную фотографию, такое совместное селфи, я хочу сказать, что те, кто сегодня не выиграли, вы сделали большой вклад, в первую очередь в себя. Может быть, для кого-то из зрителей это тоже маленькая подсказка для того о себе, потому что я уверена, что в каждой из вас кто-то узнал себя. И пусть для них это будет тоже стимулом заниматься собой, что-то делать, делать какие-то новые шаги. От меня же, каждый из вас, вас 12 человек, у меня есть 12 случайно абсолютно, вот там стоит 12 бутылочек шампанского. Не знаю, насколько оно холодное, если оно там не согрелось, но тем не менее, это все равно приятно, что вы пришли сегодня, вспомнили нас добрым словом и подумали, что вот этот вкус вечера, вкус вашей победы, маленькой победы над собой, это специально для вас. Я приглашаю всех членов жюри на сцену. Давайте сделаем совместное селфи под аплодисменты наших зрителей. Девчонки, давайте, наверное, немножечко попучнее, попучнее. Нам фотографы скажут, помещаемся ли мы в кадр, что надо сделать. Девчонки, надо как минимум смотреть. Еще немножечко. Двигаемся.